Всем большой привет! Нахожусь в магазине Лента и хочу показать самые недорогие товары для дома. Это декор и красивая посуда. Декоративная салфетка называется «Рождественские традиции». Продается в цвете золота и серебра по составу 100% полиэстер и люрекс. Цена на золотую салфетку 139, а серебряная салфетка по цене 129. Еще одна салфетка прямоугольной формы, размер 45 на 30, по составу 100% полиэстер. Цена 69 рублей по карте Лента. Пиала, изготовленная из керамики, объем 550 мл с рисунком символа года. Цена 159. Термокружка объемом 400 мл со вставкой из силикона, удобно держать в руке, также с силиконовой крышкой. Продаются они в двух расцветках с рисунком новогодней тематики. Цена 199. Банка с ручкой и трубочкой называется «Волшебное настроение», изготовленная из стекла, крышка из нержавеющей стали, трубочка из полипропилен, объем 500 мл. Продаются в двух вариантах, очень красивые по дизайну, все по-новогоднему, цена 159. Очень красивая кружка из серии «Новогоднее настроение» с красивым дизайном и самой упаковки. Второй дизайн этой кружки, надпись в переводе, обозначает «Уютные моменты». Ну а эта кружка еще с более красивым рисунком и названием «Наслаждайся». Очень красивая коллекция, мне она понравилась. Объем кружки 620 мл, цена 349. Еще увидела одну кружку, смотрите какой у нее красивый дизайн, название «Merry Christmas». Рисунок нанесен с одной стороны, стильная ручка. Кружка изготовлена из фарфора, внутри белого цвета, объем 340 мл. Кружка продается в упаковке, можно будет купить на подарок и не заморачиваться на саму упаковку. Цена 249. Небольшая новогодняя свеча с белым парафином в стеклянной банке с надписью «Счастливых праздников». Перевод этой свечи обозначает «Время чудес». Свечи все ароматизированные, продаются в трех расцветках, размер 6 на 6 сантиметров. 119 рублей. Но аромат у них у всех одинаковый. А сначала я подумала, что здесь находятся гирлянды. По итогу оказалась парафиновая свеча, очень реалистичная и походит на мандарин. Время горения 12 часов, изготавливает Россия, город Санкт-Петербург. Вблизи и издалека они смотрятся как натуральные мандаринки. Можно выбрать, есть и побольше, и поменьше формы. Цена 79. Еще одна свеча в форме шишки тоже смотрится натурально. Цена такая же. И в этом магазине их осталось всего лишь 4 штуки. А сервировочная тарелка, изготовленная из фарфора, размер 15 на 15 сантиметров. 149. Классная сервировочная тарелка, глубокая и продается по скидке. Следующая посуда из этой коллекции очень красивая и стильная селедочница. На любом праздничном столе будет смотреться просто великолепно. Эта посуда изготовлена из фарфора, она не тяжелая. Цена 189 и 149. Упаковочная бумага продается в ассортименте с разными новогодними рисунками. Цена 59. Набор елочных украшений 4 штуки. Цена 269. Девочка с косичками. Цена 99. Девочка в вязаном платье. Цена 109. Девочка с шапочкой. Цена 89. И эти украшения по цене 69. Набор трех гномиков разных по размеру, цена 149. Основа девочки-звезды, продаются они в упаковке из двух штук, цена 149. Гномики в наборе из двух штук, цена 109. Елочное украшение, фигурка в стекле, диаметр 6, высотой 15 сантиметров, цена 269. А цена на этого олененка такая же, 269. А вот такая вот колба, изготовленная из стекла, подставка из дерева, цена 199. Заснеженные зимние веточки, продаются они в красном и в белом варианте, цена 99. Новогодние венки и даже без украшений, они уже красивые. Цена, правда, немного завышена. Цена 1099 рублей. Этот венок можно взять ради корпуса, цена 119 рублей. Многие ищут бюджетные еловые гирлянды, в этом магазине они продаются. Длина у них 240, и на них находится 120 веточек.
А я сама купила две упаковки этих еловых гирлянд, и если их нормально выпрямить, распушить и красиво разукрасить, то смотреться они будут просто волшебно. И скоро на моем втором канале выйдет видео, как я украшаю дом. Цена этого набора 399. Смотрите, какая симпатичная девочка в руках со звездой в меховом платьишке на ножках с белыми валенками. Цена 129 рублей. Еще одно новогоднее подвесное украшение, тоже очень симпатичное, цена 99. Пушистая зимняя птичка на прищепке, возможно, это сова. Цена 169. Елочное украшение в форме звезды, обшитое очень красивым мехом, цена 79. Два цвета. Декоративный светильник с новогодним наполнением, деревянная подставка и стеклянная колба. Цена 249. Этот светильник по цене 349. Светильник в форме деревянного домика. Кнопка включения находится снизу. Продается он в комплекте с батарейкой. Цена 199. Новогодняя декоративная фигурка, тоже светильник. Цена 229. Я обожаю звезды. Смотрите, какой объемный декоративный светильник продается в этом магазине. Батарейка уже в комплекте. Цена 399. Еще один светильник на деревянной подставке, прокрашенный в белый цвет. Колба изготовлена из стекла, батарейка в комплекте. Цена 399. Продаются они в ассортименте с разным наполнением, высотой 15 см. И каждый год они появляются под Новый год. Смотрите, какой классный LED-светильник я увидела в этом магазине. Очень красиво смотрится. Работает он от двух батареек, но они не входят в комплект. Сами фигурки очень красивые. Длина у них 1,60 м, и между фигурками расстояние 15 сантиметров. Лампочки на 10 лет. Гирлянды эти продаются в ассортименте. Есть и джутовые шарики, и в форме звезды, и елочки, и кивот золотистые. Цена 249. Набор елочных украшений тоже можно встретить в этом магазине. И смотрите, как они красиво оформлены по цветам. Очень красиво. А как я прочитала в интернете, в этом году тиграм свой дом нельзя украшать в красных оттенках. Не знаю, кто-то придерживается этого, а кто-то нет. Заснеженные новогодние игрушки, продаются они в упаковке в трех вариантах, изготовленные из стекла. Цена 499. Фонарь для LED-свечи полностью изготовлен из пластика. Высотой 32 см, цена 899. Еще нашла один небольшой фонарь высотой 20 сантиметров, также красиво смотрится, можно поставить на полку или повесить куда-нибудь. Стенки у этого фонаря изготовлены из стекла. Работает от трех мизинчиковых батареек, в комплект они не входят. Продаются они в двух вариантах, и этот вид изготовлен под застарелую бронзу. Смотрится отлично. А цена на них супер бомбическая, 199 рублей за одну штуку. Еловые украшения на елку 249 рублей. Набор декоративных украшений. Цветы на прищепках в серебристом цвете. Цена максимально низкая, даже по сравнению с магазином Fix Price, 89 рублей. В этом магазине еще можно приобрести набор стикеров в форме снежинки. Диаметр у них 6 см, в упаковке 100 штук. Стикеры, изготовленные из пластика, подойдут под любое декоративное украшение, и также можно будет красиво оформить новогоднюю елку. Цена 199 рублей. Подвесное новогоднее украшение, цена 149 рублей, изготовленное полностью из дерева. Эта фигурка высотой 15 см, также изготовленная из дерева, цена 129. 169 рублей. Звезда 69 рублей с колокольчиками. Это тоже подвесное новогоднее украшение, цена 169 рублей. Цветок на деревянной прищепке в серебристом цвете. В красной расцветке тоже есть, их цена 79. Смотрите, какие милые совушки, цена 239. Набор Дедов Морозов на красной прищепке, 4 штуки, цена 139. Это сова по цене 179 рублей. Техника Деда Мороза стоит по цене 169 рублей. Девочка-ангел, которая сидит на меховой звезде, очень красивое декоративное украшение, цена 269 рублей. Набор двух птичек 129 рублей. Набор снежинок в диаметре 10 см, изготовленные из текстиля, 199 рублей. Лошадка стоит по цене 69 рублей.
Пройдемся и по более дорогим товарам. Это новогодние венки, продаются они в ассортименте, все сказочно красивые. Ну и цена, конечно же, соответствует качеству. Смотрите, какое красивое чудо, тоже новогодний венок. А тут уселись гномики и, наверное, ждут своего часа, когда же их купят. Все они в разных одежках и разных размерах. А цена на эти гномики 999 и 399. Смотрите, очень похожие новогодние украшения, которые продаются в магазине Fix Price, здесь стоят 249. Очень строгая сова, даже мне кого-то напоминает. Цена 799. Меховые птички, некоторые из них уже устали стоять и решили полежать. Цена за одну штуку 369. Декоративное украшение высотой 26 сантиметров, цена 169. Рядом украшение высотой 17 сантиметров, цена 149. И домик с открытыми окошками, цена 199 рублей. Ну а это просто чудо из чудес, очень декоративные красивые украшения, цена соответствует. Здесь стоит новогодняя элита. Здесь еще находятся стенды с новогодними игрушками. Все они разложены по цветовой категории. И каждую из них я не буду показывать. Просто имейте в виду, что здесь они тоже продаются. Единственное, я хочу показать эти новогодние елочные игрушки. Продаются они поштучно. Большой диаметр. Все расцветки очень красивые. Цена за одну штуку 24 рубля. А новогодние подарочные пакеты, кстати, в этом магазине, они стоят намного дешевле по сравнению с другими магазинами, в которых я была. Размер у них 18 на 10, в этом ряду пакеты по цене 49 рублей. Эти пакеты тоже можно отнести к новогодней тематике, цена у них 54 и 59 рублей. На нижнем ряду пакеты размером также 18 на 10 сантиметров по цене 39 рублей. И самые маленькие пакеты размером 4 на 6, 29. Я надеюсь, вам это видео понравилось, было интересным и полезным. И если это так, обязательно ставьте лайки, мне будет очень приятно. Кто не подписан, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем пока-пока, до скорых встреч!